Соответственно, мы должны научиться программировать роботов, каких-то машин. Привет! Привет, друзья! Напишите нам в комментариях, вы любите играть в игры на планшете или компьютере? Мы со Стефанией любим, и в этом видео вы узнаете, где можно одновременно играть и учиться. Круто, не правда ли? У нас в Минске открылась новая школа, которая называется... Алгоритмика. Ты же такой залователь. Школа алгоритмика. Что это? Алгоритмика – это творчество, веселье, программирование. А занятие – это путешествие, которое ребята отправляются на целых 1.5 часа в Марс. Ребята для того, чтобы туда отправиться, они будут продумывать, какое нужно взять оборудование, что нужно взять с собой. Телефон или там, например, взять... какую-нибудь свою любимую игрушку или какую-нибудь там, я не знаю, голубиную почту, что отправить маме письмо. Да, то есть, ну, скажем, все, что необходимо для жизни. А в первую очередь, так как мы у нас прогресс идет вперед, нам необходимо для этого какие-то наши помощники, это скорее роботы. А чтобы общаться с роботами, нам нужно научиться немножко говорить с ними на одном языке. Катя, мы про учебу говорим или про игру? Это... То есть совместный процесс. Это совместно. То есть процесс, конечно, вообще. Процесс игры ребята осваивают. То есть мне бы самой было интересно отправиться в космос. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я преподаю уроки в компьютерной академии «Алгоритмика». Здесь все построено в игровой форме. Мы собираемся лететь на Марс, и, соответственно, мы должны научиться программировать роботов, каких-то машин. Что у вас на моих уроках? Нормальный стол? Логин, логин, пароль. Залогиньтесь, это как? Раз, сотни, то есть раз, два, три. Да, здесь на русский переключить можно. Ну что, друзья, кто готов лететь на Марс, ставь лайк! Если тебе хочется одновременно учиться играть, подписывайся на наш канал, и ты будешь вместе с нами играть и учиться. И пиши в комментариях вопросы, если у тебя есть, и мы с радостью на них ответим.